Приветствую, друзья! Ремень мужской с металлической пряжкой с AliExpress. Должен быть классный. Давайте смотреть. Смотрите-ка, как в лучших домах Лондона и Парижа. Ремень своей индивидуальной сумочки. Ремень с пряжкой герба Союза Советских Социалистических Республик. Цена на момент заказа 8,52 доллара. Цена может быть больше или меньше в зависимости от длины. У моего длина 150 сантиметров. А цветов-то сколько на выбор? Аж 21 цвет. И есть со всякими другими пряжками. Даже с пряжкой ВДВ. Пряжка солидная, массивная, габаритами 7 на 4,5 см. Трепещите, антисоветчики, такой пряжкой вам по заднице наваляют, красивые отпечатки останутся. Ремень изготовлен из современного канваса. Это полиэстер 65% и 35% хлопка или льна. У него специальное равномерное геометрическое плетение, которое делает материал износостойким. Такой материал часто сравнивают с брезентом или парусиной. Как фиксируется ремень? Отгибаем скобу перпендикулярно и вставляем здесь паз. Там, смотрите, даже есть внутри насечки, чтобы он фиксировался надежнее. Вставляем ремень и фиксируем скобкой. И держится намертво. Давайте его примерим. Сидит отлично. Ширина ремня 38 мм. Это стандарт для джинсов и тактических брюк. Только, по-моему, длинноват для меня этот ремень. Если все-таки ремень длинный, то его можно укоротить. Укорачивается он с передней части. Внутри пряжки есть специальная крышка, она отщелкивается. Подрезаем ремень насколько нам надо. Держится он прочно, видите, здесь какие зубцы. Вставляем обратно и защелкиваем. Где найти ремень с пряжкой гербом СССР на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.